Мочи его! Сюда! Он здесь! Мочи его! Он уже здесь! Он здесь! Назад! Сюда! Мочи его! Спасибо, Паша. Миша, со мной все в порядке. Что у тебя? Что с Игорем? Я в порядке. Игорь убит. Я на палубу. Необходимо связаться с центром и вызвать пограничный катер. Очень плохая связь. Попробую еще через минуту. Похоже, во Владивостоке ураган. Итак, что мы имеем? Торговое судно, полное вооруженных до зубов людей. Какой-то новый тип наркотика. Аня, что у тебя? По показателям анализатора в состав наркотика входит редкий растительный алкалоид. Растение, которое содержит этот элемент, эндемик. Это значит, что оно произрастает только в строго определенном месте и больше нигде. Судя по моей базе данных, это место — небольшая группа необитаемых островов в 200 милях отсюда. По данным с бортового компьютера корабля, корабль отклонялся от предписанного курса у группы островов. Очень похоже на то, что мы напали на след неуловимого Монтейра. Есть вероятность, что команда связывалась с нашей предполагаемой базой во время перестрелки.
Если это так, бандиты предупреждены. Возможно, уже сейчас заметают следы или например, эвакуируют базу. Это значит, надо срочно вызывать подкрепление и проверять эти острова. Попробую еще раз связаться. Туристический комплекс. Здесь когда-то планировали устроить курорт, но по каким-то причинам ничего не удалось. Паша, снижайся! Быстрее! Ну, Паша, как думаешь, как скоро они будут здесь? Нам надо срочно уходить, ставить временную базу. Думаю, надо двигать к морю. Там могут быть пещеры какие-то. Да, хорошая скорость. Да, но медленно. Паша, двигайся к побережью, мы тут поблизости. Найдешь что-то стоящее, вызывай по рации.